Другим темам. Беременные женщины высокой группы риска, которые консультациям предпочли частные клиники, будут на заметке у краевых специалистов. Региональный центр охраны материнства и детства заключил соглашение о сотрудничестве с 9 частными медицинскими учреждениями, которые ведут беременных и готовят их к родам. Такая необходимость назрела давно. По словам экспертов, в крае действует более 20 частных клиник, зачастую их пациентки экстренно или по направлению поступают в центры материнства. Именно здесь женщинам оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь. На общественном совете каждому участнику вручили трехсторонний договор. Это добровольное соглашение с Центром охраны материнства и детства, информационно-аналитическим центром и частными клиниками. Он позволит систематизировать работу медицинских учреждений. Пока это первый шаг. Более половины частных клиник еще раздумывают, поддержать коллег или нет. Специалисты же видят главное преимущество – это доверие будущих матерей. И в этом году мы прогнозируем, что 1500-2000 беременных доверят сопровождение беременности этим частникам, они как бы в этот процесс не включены. И поскольку законодательно пока не очень четко обязанность частников в этом смысле установлена, мы решили в крае в рамках общественного совета при нашем Центре охраны материнства и детства попытаться договориться. Сейчас, подписав это соглашение, мы получаем очень много преимуществ. Не боимся, потому что многие испугались, что это еще один из надзорных органов. Но, тем не менее, мы считаем, что наша женщина защищена. Если у нас есть какие-то проблемные вопросы, мы вполне спокойно, теперь уже без личных договоренностей, а на общих основаниях консультируем эту женщину в перинатальном центре.